Медколледжи назвали 100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы». Заместитель генерального директора Союза WorldSkills Дмитрий Глушко встретился с директорами профессиональных образовательных организаций. Вначале прошел осмотр площадок компетенций, а именно лабораторный медицинский анализ, медицинский социальный уход и прикладная эстетика. Сегодня здесь в Якутске проходит региональный чемпионат по стандартам WorldSkills. Это один из самых крупных в стране региональных чемпионатов. Он предваряет отбор молодых профессионалов со всей страны на всероссийские отборочные чемпионаты для участия в национальном финале. Национальный финал в этом году пройдет на Сахалине, но здесь в республике по ряду компетенций будет проходить всероссийский отборочный чемпионат, в том числе в этом колледже.